судов. Оформить оружие и водительские права без очереди сотрудники МВД Республики призывают якутян обратить внимание на портал Всероссийский госуслуг для получения услуг через онлайн-заявку. Заявление об оформлении тех или иных документов через интернет-портал принимает лицензионно-разрешительные отделы, информационный отдел МВД по региону и ГИБДД. Стоит отметить, что обращение через портал предоставления государственных услуг населению не только позволяет избежать очередей, но и в большинстве случаев сокращает время оформления документов. Кроме того, на портале можно узнать актуальную информацию о штрафах. При помощи данного портала можно записаться в любое удобное для вас время, подойти, как вы видите, у нас тут есть окошки, в одно из отдельных мест, где как бы быстро и качественно получить ту или иную услугу. Далее, при помощи портала вы можете, не выходя из дома, узнать о своих штрафах, которые у вас имеются на сегодняшний день. Также можете провести их оплату, не выходя из дома. Я думаю, что это очень удобно.